В преддверии Нового года Александр Семеряков навестил участника Великой Отечественной войны Михаила Забелина с подарками и цветами. Самый главный подарок – сертификат на получение единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилья. Михаил Забелин – уроженец станицы Каладжинской. На фронт ушел в 1942 году. Командир орудия, старший сержант. Он воевал в составе 9-го гвардейского полка 3-й гвардейской дивизии. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями за отвагу, за победу над Германией. Несмотря на то, что фронтовику уже 103 года, он в полном здравии, с удовольствием принял поздравления и послушал песни талантливых артистов Лабинского культурного центра. Пора!